Вот, смотрите. То есть лист идет шириной 2,10. То есть, чтобы вертикально соты были, вы берете 2,10 ширину на метр, да, и режете его пополам. И у вас получается вот такой кусочек. И вам нужно домиком обрезать по месту вот эту часть. Он заходит, вот видите, под листы. Потом из листа по инструкции вы просто режете. Вот у вас должен быть завальцовка заводская. Сделайте так, чтобы была она к дверям, то есть к торцам, чтобы все красиво было. А резанное все прячется под уголок. Вот видите, здесь завальцовка тоже заводская. Резанная прячется под уголок, под обрамление. Обратите, и чтобы вы попали к солнцу, то есть у вас должно быть, то есть крест на крест. Вот так они шли, чтобы сторона эта была солнечная. У вас поликарбонат правильно. И вот это ставится часть сюда и сверху прижимается, вот видите, прижата поликарбонатом торцевым с торцов. Дверь также. Дверь у вас распашная с форточкой вот такого типа. То есть вам нужен кусок 2,10 по ширине листа и 1,84 высотой. С запасом дается, вы его подрезаете по месту. То есть вы можете замерить, вырезать. Тоже смотрите, обратите внимание, видите, везде заводская завальцовка здесь и здесь. В этом месте идет вот как раз разрезанное, не заводское, ну, которое вы режете. Обратите на это внимание. Крепите нижнюю часть, видите, все в профиле. И потом верхнюю также. Все в профиле. У вас дверь с форточкой. Еще обратите внимание одно. Вот тут эти монтажники как делают. Они по-хитрому вырезают как-то, видите? Что вот это вот. Ну, можно разрезать, ничего страшного. И вот эту часть вот закрепите где петлями, и потом ее разрезаете, чтобы они открывались. Чтобы вот эта полоска на поликарбонате осталась. И обязательно обратите внимание, видите вот это вот? Рыжики. Рыжики. Обязательно убирайте. Я специально здесь оставил на выставке, парней не гонял. Когда будете засверливаетесь, металл все равно это сталь. Хоть у нас отверстие есть, но отверстие на 3,2, а саморезы идут 4,2 и 5,5. Здесь 5,5, 4,2. То есть стружка хоть как образуется. Поэтому вам нужно, когда вы вкрутите, выкрутить и рукой или перчаткой эту стружку смахнуть, чтобы у вас вот таких в будущем рыжиков между поликарбонатом и лакокрасочным покрытием не было. Обратите внимание, всем всегда говорю, это, видите, с грязью. Потом, когда влажность, и они начинают разъедать поликарбонат, эти рыжики, то есть стружка металлическая, и само лакокрасочное покрытие каркаса теплицы. Обратите это внимание.